уже принято решение о том, что мы будем обеспечивать необходимыми лекарственными препаратами на безвозмездной основе за счет наших планового оказания лечения всех амбулаторных больных с диагнозом. Эта работа сейчас завершается, и нужно ее довести до результата, чтобы у нас те, кто могут перенести в домашних условиях, качественно и эффективно помощь получали.